Если вы не знаете, что посмотреть дома, то мы нашли для вас идеальный фильм. После череды финансовых неудач Disney и Pixar сделали ставку на сиквел «Головоломки» и не прогадали. Анимационный фильм собрал более 1,5 миллиарда долларов и вошел в десятку самых кассовых проектов в истории. Пока боссы празднуют долгожданный успех, фанаты Pixar грустят. Дело в том, что еще до релиза второй «Головоломки» руководитель студии Пит Доктор заявил, что отныне креативные гении, которые в каждом проекте искали новые вызовы, сосредоточатся исключительно на безопасных идеях и сиквелах своих успешных мультфильмов. Отчасти трусливое желание сказать то же самое. Но другими словами чувствуется во второй «Головоломке», где героиня Райли чуть повзрослела и в ответственный момент вновь переживает появление новых, куда более сложных эмоций. В этот раз бал правит тревога. Ставь лайк и делись этим видео с друзьями, а с вами был канал «Любовь, смерть и гики».